Ой, его. Расхотелось.
пришел. Зачем кровь проливаешь? Ты пришел меня убить или освободить меня хочешь? Кто ты? Я оставила мой круг. Я хранила равновесие. Ведьмы меня убили, а дух прокляли. Никогда не слышал о круге друидов в Велине. Я навсегда заблудилась в лабиринтах ветвей. Бессильно скольжу по поверхности листьев. Наверное, ты хорошо знаешь ведьм. Они проклятие Велена. Они слышат отрезанными ушами, коверкают судьбы, сплетая пряжу из волос. Черпают силу из котла, а варят они человеческое мясо. Почему тебя убили? Ведьмы хотят эту землю, хотят этот лес для себя. Я встала у них на пути и умерла. Напали. Это моя тюрьма, осажденная крепость. Я жду убийц, а мой лес хранит меня. И кто тебя собирается убить? Сестры-убийцы. Они убили мое тело и теперь истязают душу. Но она противится. Ты сказала, что ты в плену. Как так? Я скована кандалами магии. Блуждаю в бесконечных лабиринтах листьев. Я все знаю о детях. Знаю, что их ждет. Освободи меня. Прошу. Я должна им помочь. Если что-то грозит сиротам, я сам им помогу. Детей уже забрали. Освободи меня. Прошу. Я могу быть вихрем. Могу помчаться. Могу их спасти. Только я. Почему ты думаешь, что дети на поляне в опасности? Сестры их забрали. Возврата нет. Куда их забрали? Я помогу им. Уже случилось. Этого не вернуть. Вард, Цербин не ведут дороги. Они все умрут. Позволь их спасти. Ведьмы, что ты о них знаешь? Сестры старше самых старых деревьев. Велен их королевство. Здесь все им служат. Сестры скрыты. Ты не сумеешь их найти. Сестры слышат все. Ты не спрячешься. Я не верю тебе, дух. Слишком многое говорит против тебя. Я не могу доверять только твоим словам. Не смей причинять мне вред. Против тебя станут силы природы. Должна.
На всякий случай, пока не ходите на холм. Но работу я выполнил. Не может быть! Что там такое поселилось? В дерево на холме вселился злой дух. Он и убивал людей. Как же ж вы его прогнали? В сердце дерева вселилось какое-то существо. Я уничтожил и сердце, и жильца. Значит, Саморок. Он же не вернется? Нет. Ведьмы, или как ты их называешь, хозяйки леса, велели напомнить тебе о плате. Говорят, ты знаешь, о чем речь. Знаю. Давайте костелет. Сейчас вернусь. Вот и плата. Передайте ее хозяйкам. Зачем ты это сделал? Потому как таков уговор. Вы здесь чужой, не знаете, как тут живется. А это справедливая плата за заботу. Значит, все эти уши в лесу... Не думайте об этом, сударь. Вы отсюда уедете, а нам тут жить. Так же, как нашим детям и внукам. Велен никакие боги не хранят. Ни один владыка. Эта земля ничейная. Кто хочет выжить, сам себе господина ищет. Волколак-то загасили. Вы вживую тоже. Другие. Не как на гобелене. Ну, принеси. Принеси, а не расплядывай. Никогда больше не пытайся противиться нам! Мы прощаем тебя, ибо прежде ты хорошо себя показала. Дети твои толстенькие, как поросянки, и сладкие, как королевики. А теперь мы должны поговорить с Белоголовым. Я узнаю этот знак. Это Анна, жена барона из Вронец. Она не принадлежит никому из людей. Внутри нее зрел плод. Плод от семени того, кого она ненавидела. Мы помогли ей, она согласилась служить. Она носит наш знак. Она наша. Но ведь тебя интересует другая женщина. Говори, Белоголовый. На гобелене вы выглядели иначе, чем сейчас. Мы нарядились специально для тебя. Если бы ты знала, сколько времени мы провели перед зеркалом. Ты жаждешь нас? Я впечатлен. Полиморфия — редкое умение.
Я могу высосать тебя досуха. Я могу сплестись с тобой в одно целое. Я могу стать твоей последней и самой лучшей. Я не за тем пришел. Вы затянули меня на шепчущий холм. Ничего не дается даром, храбрый юноша. Ты уничтожил силы зла. Ты вернул покой нашим подданным. Да. Как нам повезло, такой храбрый рыцарь. Чей дух был заключен в дереве? Дух той, что когда-то обманула смерть. Но тебя она обмануть не смогла, храбрый рыцарь. Ты освободил мир от великого зла. Я выполнил свою часть уговора. Очередь за вами. Мы никогда не нарушаем слово. Девушка, мышиные волосы, так их называют. Худая, истощенная, напуганная, бедняжка еле держалась на ногах. Мы заботились о ней, как могли. Как о собственной дочери. Оказалось, она слишком своевольная. Строптивая, упрямая и самолюбивая. Девушка, которую я ищу, ни разу никого не обидела без причины. Ты давно ее не видел. Она переменилась к худшему. Почему она на вас напала? Она не та девочка, которую ты знал. Ее переполняет гнев. Я не верю вам. Говорят, что вы всегда держите слово. Так расскажите мне все так, как было. Расскажем, храбрый юноша. Мы знали, что придет кто-то особенный. Мы прочли это по звериным внутренностям. Мы видели ее образ, как рябь на луже. Она пришла со стороны болот. Мы не сразу поняли, что ворожба указывала именно на нее. Дитя старшей крови, посеянное зерно, что взорвется огнем. Она пришла прямо к нам в руки. Старшая кровь. Она спит? Как ягнянок. Нечего к ней телиться. Стол накрыт, в котле клокочет. Нам нельзя! Она предназначена ему! Получит ее Иммерих, но не всю. Верно. Мы хоть попробуем. Стопы отрежем. На бульон пойдут. Лучше некуда. У меня слюнки текут. Будь по-твоему, иди! Девчонка, ты еще пожалеешь. Вернись! 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 Он пришел за тобой!
хотели ее убить. Вы хотели разделать ее как зверя и сожрать. Вкус ее крови напомнил нам нашу молодость. Старшая кровь. Удивительная девушка. Но ты и сам знаешь. Жаль, что она убежала. Она сбежала от вас, и я ее найду. Мы вернемся вместе и убьем вас. Ты вернешься, вернешься. Судьбы наши сплетены. И тогда кто-то умрет, не одна из нас. Теперь ты будешь гоняться за тенью и блуждать во мгле. И всюду будешь находить только ее отражение. А если настигнешь ее, если девушка умрет? Скоро уровень будет. А волколак-то они убили. Мужики эти пришли. Вот и не надо с ним париться. Так, заглянуть в место силы. Иди, иди сюда. Thank you.
Шевелись, плотва. Пошла. Магия — это место силы. Качать. Ну, наверное, отравление. Да пока мы его не закинем. На 15-м ячейке открывается. Так, ну сейчас по сути будет уровень 15. Его величество Аравитхенсту. Что для вас, ваша милость? У меня тут все. Отчетов крашеной воды. Бумаги. Я ищу Тамару, дочь кровавого барона из Велена. Твой брат сказал, она здесь. Так вас, милздарь, Войцех прислал? Иначе как бы я тебя отыскал? Погодите, милздарь. Я ее сейчас приведу. Ты меня спрашивал? Кто ты? Тебя отец прислал? Я хотел убедиться, что ты жива и с тобой все в порядке. Меня зовут Геральт из Ривии. У меня все замечательно, Геральт из Ривии. Так как никогда прежде не бывало в моей несчастной жизни. Теперь, когда ты это узнал, прощай. Подожди. Нам не о чем разговаривать.
У тебя есть полное право злиться на отца, но он беспокоится о тебе. Полное право? О, большое спасибо. Как это ценно получить одобрение наемника. Мой отец беспокоится лишь о том, есть ли у него чем набраться. Он, конечно, не святой, но он всю округу поднял на ваши поиски. Мне кажется, для него в эту минуту нет ничего важнее, чем найти тебя и твою мать. Я в людях кое-как разбираюсь. Жаль, что он раньше о нас так не заботился. Особенно о маме. Он совершил ошибку и понял это. Я не оправдываю его, просто говорю, что он наконец осознал, что натворил. И что вы очень нужны ему. Замечательно. Я все приняла к сведению. Ты приехал, чтобы мне об этом сказать? Прежде чем я согласился тебя искать, барон рассказал мне вашу историю так, как ее видит он. А что расскажешь ты? Моя история скучна, как жизнь на болотах. Мое первое детское воспоминание. Пьяный отец лежит под лестницей, облепленный грязью, и сжимает в руках бутылку. Примерно так же прошла еще дюжина лет. Отец пил беспробудно. Пропадал месяцами. Потом возвращался и закатывал такие скандалы, что только мебель летала. Как же я радовалась каждый раз, когда он собирался на войну. Помню, как он орал на маму. Бил ее аж до хруста. Она плакала. Я тогда пряталась под кровать и ждала тишины. Вот и вся история. Помножь это на 19 лет, выйдет моя жизнь. В конце концов, чаша терпения переполнилась, и мы убежали. Прежде чем я согласился тебя искать, барон рассказал мне вашу историю так, как ее видит он. Моя история скучна. Примерно так же помню, как он Я бы не хотел об этом говорить, но я знаю, что твоя мать потеряла ребенка. Из-за него. Он толкнул ее, она упала. Тогда все и началось. Мы были одни. Помощи ждать неоткуда, всюду кровь. Это была самая страшная ночь в моей жизни. Тяжело вам обеим пришлось. Мама была в шоке. Несла вздор, мол, все хорошо, что она не хотела этого ребенка. У нее, наверное, жар был, а кровь из нее лилась ручьем. Она не хотела ребенка? Она говорила, что скорее вспорит себе живот, чем родит ребенка от его семени. Войцех говорил, что твою мать унес в лес монстр. Так и было. Он был огромный. В два раза больше медведя, но гораздо ловчее и сильнее. Он утащил маму быстрее, чем мы успели опомниться. Теперь я не знаю, жива ли она. Анна сейчас на кривоуховых топях. Правду сказать, она выглядит вполне счастливой. Хотя, наверное, она не совсем в себе. Что? Она жива? Я поеду туда и отобью ее. Я бы не советовал заходить на болото. Я уже решила, и ты меня не отговоришь. Что ты собираешься делать? Разыщу маму. Знаешь, что это может быть непросто? Я не настолько отчаянная, чтобы думать, что справлюсь сама. Но у меня есть новые друзья. Могущественные друзья, и они мне помогут. Что за новые друзья? Если это, конечно, не тайна. Никакая это не тайна. Через церковь Вечного Огня я вышла на охотников за чародейками. Это справедливые и отважные люди, и они мне помогут. Так вот, откуда эти светильники в твоей комнате? Ты увлеклась Вечным Огнем? Когда жар пламени Вечного Огня разжигает твое сердце, пламя до конца жизни ведет тебя дорогой правды и прибавляет сил. Желаю, чтобы и ты когда-нибудь удостоился этой чести. Спасибо. Когда я был маленький, меня учили не играть с огнем. Обжечься можно. А что будет с твоим отцом? Он меня не интересует. Я не вернусь к нему. Эта часть моей жизни осталась позади. Я и не думал, что барон дойдет до того, чтобы нанять убийцу-чудовище. Хотя, кажется, вы прекрасные следопыты. Рад, что ты знаешь, кто я. А сам ты не представился. Граден. Охотник за чародейками. На службе его королевского величества Радовида Реданского. Ты, должно быть, слышал о нас. Мне все уши прожужжали. Если кровавый барон прислал тебя за дочерью, лучше сразу смирись. В этот раз ты задание не выполнишь. Благодарю за заботу, но о моих заданиях беспокоиться не надо. Что до Тамары, она сама решит, что делать. Это благородно с твоей стороны.
отказаться от платы ради блага человека. Охотники и церковь Вечного Огня благодарны тебе. А все-таки интересно, что барон нанял для поисков дочери именно ведьмака. Отчаявшийся отец способен на многое, чтобы найти свою дочь. И это говорит ведьмак. А говорят, мутации лишают вас человечности и отнимают чувства. Многие лишены человечности и без мутаций. Куда вы едете? Тамара должна отдохнуть. Ей через многое пришлось пройти. Когда тепло Вечного Огня восстановит ее силы, мы приступим к поискам ее матери. Пока ты не уехала, твой отец просил передать вот это. Клара? Отец велел привезти мне куклу? Смешно. Он думал меня этим купить. Передай ему, что растоптанного детства красивым жестом не вернешь. Прощай, ведьмак. Несмотря ни на что, спасибо, что дал мне выбор и не вынуждал вернуться к этому тирану. А я надеюсь, что ты понимаешь, во что ввязываешься. Всего доброго. Удачи. Да, вот и уровень. Теперь сюда надо закидывать. Ячейка появилась, кстати. Так, ну это либо уровень взять, либо где-то еще можно найти. Место силы. Так. Неплохая работа, моему любящему дыму. Ой!
Ну, с чем пришел? Я передал Тамаре твой подарок. И что она? Выбросила куклу. Не этого ты, наверное, хотел. Выбросила? Боги. Я надеялся, она все-таки... А что, Анна? Я нашел ее. Так что ж ты, сука, сразу не сказал? Где она? Почему ты ее не вернул? Она на Кривоуховых топях. Нашла себе там стол, приют и занятия. Кажется, ей там хорошо. Ты должен был вернуть ее, а не проверять, как она там устроилась. Ты хотел ее найти? Я ее нашел. О большем мы не договаривались. Думаешь, я законченный выродок, а? И сам во всем виноват? То, что я думаю, не имеет значения. И все-таки в твоем взгляде я вижу презрение. Не знаю, как с этим в мире ведьмаков, только вот в людском мире нету черного и белого. Ты, наверное, скажешь, что не ты один виноват. Ну давай, рассказывай. Санет, у нас была любовь с первого взгляда. В битве под Анхаром мне копьем плечо раздробили. Она меня перевязывала. Когда я оклемался, попросил ее руки. А она взяла и расплакалась от счастья. Скоро Тамара родилась, а меня Фольтест отправил в Цидарис. На помощь королю Этейну. Воевать с каким-то разбойничьим атаманом. Потом еще заварушка, потом еще одна. Дома я редко бывал. Война наша пьяняла, как водка. Мы с ней так друг к дружке привязались, что даже дома я не мог с ней расстаться. Ну хорошо, что было дальше? Я воевал на разных фронтах. Получал жалования, а нет-то одна сидела целыми месяцами. А позже я узнал, что она была не так уж одинока. Ее почти 3 года утешал какой-то Эван. Друг детства. Пес бы на нем ездил. Понимаешь, сука, если бы она один раз загуляла, я бы рукой махнул. Но она мне годами рога наставляла. В гробу она видала и меня, и мою любовь. Как ты узнал? Вернулся домой однажды и не нашел ни Анны, ни ее вещей, только письмо. Написала, мол, меня не любит, уходит к этому ушлепку и забирает с собой Тамару. Я думал, прям там кончусь. Я поехал к нему, хотел только девочек домой забрать. А как его увидел, что-то вселилось в меня. Завалил паскуду, а требуху его бросил псам. Надо думать, Анна была не в восторге. Это, сука, мягко сказано. Устроила истерику, бросалась на меня, легалась, царапалась. Наконец за нож схватилась. Я, если б не уклонился, так бы и зарезала меня. Вот тогда я впервые ее и ударил. Не знал, как успокоить. Ну и вот с того дня все переменилось. Анна несколько раз пыталась убить себя и меня. Доводила до того, чтоб я ее ударил, кричала, мол,
Я убил в ее жизни любовь. Лучше бы ее саму убил. Я тысячу раз прощения просил. Я цветы носил, подарки. И хоть бы что. Через 2 года злость ее перешла в равнодушие. Но вот временами то у нее приступы безумия случались, то я с пьяных глаз что-нибудь устраивал. Не знаю, как мы выдержали столько лет. Так что, как видишь, не все было так, как могло показаться с самого начала. Ты прав. Вина лежит на вас обоих. Рад, что ты это понимаешь. Ну ладно. Если не хочешь привезти Анну домой, расскажи хотя бы, как она там очутилась на этих болотах. Твоя жена служит ведьмам. Ты, сука, о чем? Каким таким ведьмам? Тем, которые живут на кривоуховых топях. Мужики о них болтали, но я-то думал, это байки. Как она там вообще оказалась? Они бежали ночью. У леса на них напало чудовище, которое служит ведьмам. И похитило Анну. Чудовище? Вот ты, сука. А Тамара? С ней ничего не случилось? С ней все в порядке. Ну, слава богам, хотя бы так. А что с Анеттой? Что было дальше? Тварь унесла ее вглубь топи, но вреда не причинила. Больше того, кажется, сейчас Анна по-своему счастлива. Счастлива? Хватит мне мозги ебать! Что она там вообще делает на этих болотах? Она заключила договор с ведьмами и вероятно, у нее помутился разум. Какой нахер договор? Она хотела избавиться от ребенка и пошла к ведьмам. Они обещали помочь. Взамен она должна провести у них 1 год на службе. Ведьмы сдержали слово, как понимали, по-своему. То есть? Анна, наверное, думала, что ребенок в ней как-нибудь сам исчезнет, но ведьмы просто довели ее до выкидыша. Думаю, тогда она и начала сходить с ума. Кроме того, ее связали магическими путами, которые причиняют ей боль, если она пытается нарушить договор. Договор с ведьмами? Звучит как скверная шутка. Надо ее оттуда вытащить. Не советую тебе заходить на болото даже с солдатами. Место само по себе нехорошее, а ведьмы куда опаснее, чем кажутся. Ну не ждать же, пока они ее отдадут. Будь у них твоя дочь, ты бы тоже надеялся на их милосердие? Нет, я бы не надеялся. Но я ведьмак. А я муж и отец, который просрал свою жизнь и своих близких. Соберу людей, пойдем туда и вытащим Анну. Я свое слово сдержал. Теперь ты держи свое. Кто слово дал? А на чем бишь я? На вас напал Василиск. А, да, да. Ну и здоровая же была скотина! Он перед нами приземлился, я решил все. В этот раз нам уже не вывернуться. Берегись! Если я не выживу, бери из замка все, что захочешь! Выживешь! Ну, тогда покажем эти сволочи! Yeah!
Я этого так не оставлю. Ты все собрала? Да, спасибо. То, что ты для меня сделала, никогда тебе этого не забуду. Ты тоже мне помог. Дал мне приют. Велел обо мне позаботиться. Мы квиты. Тебе не обязательно уезжать? Здесь ты всегда найдешь теплый угол и хорошую компанию. Я должна. За мной гонятся упыри. Дикая охота. Когда я использовала силу, они взяли мой след. За тобой гонится дикая охота? Пока я здесь, вам грозит опасность. Вели людям запереть двери и окна, и пусть ночью никто из дому не выходит. А ты... Ты-то что будешь делать? Я еду в Новиград, а там увидим. Она села на коня и уехала. Пусто тут стало без нее. Переправа через Понтер окружена реданскими войсками. И несмотря на это, ты послал Цири в Новиград. Она искала чародейку. А чародеи все в Новиграде. Кроме того, я не оставил бы ее на поживу реданцам. Я дал ей охранную грамоту. Что еще за грамота? Да покажешь ее любому херу на переправе, и тебя пропустят. Ты мне ее отдашь? А зачем усложнять тебе жизнь? Ты ребенка ищешь, так что бумага пригодится. Откуда у тебя вообще эти охранные грамоты? Я ведь не всегда командовал этой бандой придурков. Когда-то я служил в темерском войске. Но переправу охраняют реданцы. Если есть заслуженная репутация и хорошие связи, то цвета и знамена отходят на второй план. Значит, есть шанс, что Цири все еще в Новиграде. Спасибо, что ты ей помог. Да не за что. Раз ты все уже знаешь, то, наверное, торопишься, но... Ну, может быть, если ты... Говори уже. Я хочу поехать за Анной. Отбить ее. Не верю я, что она там сидит по своей воле. Плохо ты меня слушал. Поход на болото — это самоубийство. Вот поэтому мне нужна твоя помощь. О Цири я тебе больше ничего рассказать не смогу. Но будь уверен, я буду очень щедр, если ты поедешь со мной. Немного наличных всегда пригодится. Ну, ясное дело. Я, значит, соберу людей и отправлюсь к Штейгерам. Будет здорово, если ты к нам там присоединишься. Ясно. Мама!
Что за... Вот ты где! Опять сбежал! А, извиняюсь, мы уже ушли. Что это было? А это ты мне скажи. Чудище это или человек? Мои люди называют его Ума. Считают монстром. Но мне кажется, это человек. Только страшный, как говно Ордаля. Ума? Странное имя. Ну да, странное, но он мне другого-то не назвал. Значит, он умеет говорить? Не. Я спросил, мол, как звать? А он ничего. Только тычет себе в нос палец ноги. Ну, тут я хватаю его за руку и спрашиваю. А тебя как зовут? А он смотрит на меня, как на глупого. И гудит такой. Ума. Вот. Вот так прицепилось. На монстра он не похож. Хотя медальон при нем дрожит. Странно, откуда он тут взялся? А, с ним смешная вышла история, да. Я его в карты выиграл. Неужели больше не на что было играть? Ой, да что ж ты ко мне, сука, прицепился-то? Ну, вышло так, а не иначе. Ну, поставили его на кон, и все тут. Все претензии не ко мне, а к его прежнему хозяину. И что смешного в этой истории? Поехал я как-то в Новиград. Развеяться, вкусить, так сказать, радостей большого города. Остановился в трактире, а там как раз игра. И я присоединился. Карта мне шла. Прям вот как по маслу. Ободрал я сукиных детей дочисто. А один торговец особенно взъярился. Он-то просадил все, что привез со Скеллиги. Страшно хотел отыграться, понимаешь? Вот я и согласился. Я спросил, что он может поставить. А он показывает это чучело. Ну, интерес скверный, и хрен с ним. Я дал мужику шанс отыграться, че? Он шансы не использовал. Так вот уродец и попал во вроницы. Вот и песенке конец. Очень смешно. Животики надорвешь. Да чтоб ты понимал бы. Ну теперь ты самый настоящий барон. Даже шут придворный есть. Да, хотя я вот чувствую, что с ним что-то не то. То есть? Он вроде больше зверь, чем человек. А с другой стороны, у него вот у сукиного сына есть что-то такое умное в глазах. Не знаю, может, кажется. Ты видал такое? Нет, не видал. Но с виду он не опасный. Хм. Ну, ладно, ничего. Жрать много не жрет. Хлопот покуда не доставляет, так что пускай ребята веселятся. Мне пора. Прощай. Ну, будь здоров. Надеюсь, что ты найдешь дочь. И будешь для нее хорошим отцом. Так, ну и все, это выполнили в Велине. Теперь можно, в принципе, доделать это задание с бароном и пойти в Новиград. Ну и пошариться по знакам вопроса, конечно. Перед 18-м надо скрафтить грифона улучшенного. И еще на 17-м вроде как
Сет Кота, но это в Новиграде. Надо туда прийти.